я вас зніму, от ви то, що ви скажете, воно не буде ні вирізатися. Якщо ви вкладетесь 30 секунд в одну хвилину, ми просто оцей ваш коментар, ваш особистий, що ви думаєте по цьому всьому, просто вставляємо. Тобто, якщо ви не хочете, ми цього не робимо, не питання. Там барикади всі стоять. Там у всіх барикадах піщана суміш. Це моя суміш. Це я її туди привезу. Я не знаю. Ну, запросто, може бути. Ну, ні, так зачем? Є водителі. От ви можете це сказати на камеру? Не хочете? Ну, я зачем? Я не собираюся розглашати. Ну, якщо встане питання, ми знайдемо тих людей, яким... Скажу, что да, вот Валерий, мы ему звонили, он нам помогал. Он помогал нам на Майдане, он на Майдан привозил за мой песок. Каждый свою роль делает. Кто-то стоит на Майдане, кто-то поддерживает, я кто-то решает. Я просто хочу, чтобы оно было что? Не заангажовано. То есть, если есть одна все, сторона, что-то хочет, все, что другая ссылаются сторона, что-то хочет. Все, что ссылаются, что они ссылаются. Я же ничего не комментирую. Это все есть коррупция, все эти супердозвелы, мозвелы. Вот этот пакет документов, который у меня есть. Он абсолютно не нужен. То есть я не проект, дозвол, погоджение. Это предложила коррупционная система бывшая, чтобы так было, чтобы у каждого предприемца держать под контролем. Чтобы вот приехал и говорит, у тебя нема спецдозвола. А что мы делаем плохое? Один гектар леса стоит $1 млн. Он сгорел, государство потеряло. Что государство? Оно говорит, надо строить пожарный водоем. Нет пожарных водоемов. Ну, там, целая программа по Киевской области, по строительству пожарных водоемов. Что они просто так строятся? Нет, строится нормально, будем говорить, это все это делать. То есть это нужно всем, будем говорить, это не то, что это наша какая-то личная там, инициатива. У меня договор, все есть, я считаю, что... И самое главное, что, ну, 11, 12, 13, 14 год. Значит, в каждый год нам кто-то приезжает, проверяет эти документы. И все уезжают от нас. То есть то, что он там говорит, что 3 дня, и кто-то кого-то там арестует, это ну полная чушь. Понимаете? То есть если этот пакет документов есть, он позволяет мне работать, я спокойно работаю. Если он произносит неправильные слова, ну он выяснит, что это он неправильно произносил. И он уедет. А я сегодня день не работал. У меня рабочие, я не знаю, я должен им сегодня зарплату платить. С чего? Мы не работали. Вы не хотите поднять вопрос, почему я день простоял? Ну, я думаю, вы сможете подать иск на него, чи як, на компенсацию збитків, в связи с тем, что... И на вас? Що? А что на меня? Ну, вы же тоже тут присутствуете, я должен на кого-то всех подавать, я сейчас скажу, а ну, я... Можете подать на меня, что я заважал працювати, знімаючи, фільмуючися? Не питання. Ну, пока мы не готовы. Нет, я просто кажу для прикладу. Я на работе. Ну, я не отримую за це гроші, тому що я як волонтер. Я вже 7 місяців як волонтер. От. У мене ще є моїх фінансів, мені достатньо. Я не заангажований від початку Майдану, показую те, що відбувається. Я на Грушевського схопив 3 кулі. Я продовжую це все діло робити. Мені, от, грубо кажучи, пани сруться у селян чубилиті. Тобто, ну... В последнее время, будем говорить, это меня просто прессингуют, и каждый пытается говорить мне о какой-то крыше. Меня попустили приехать и незалежно это все відняти. Я приехал и... Как это все будет? То есть это уже будут решать те инстанции, которые вы решили. Но вы правильно сидим снаряд получать. Я тебе да. Ну, смотрите, если... А вы правильно?